Сегодня наш папа приехал из командировки и привез много конфет! Привет, друзья! Да, у нас сегодня распаковка сладостей из Duty Free. У нас есть огромные чупа-чупсы, играющие ММДМсы, взлетающие киндер-сюрпризы и много всего другого. Ну что, с чего начнем? Чупа-чупсов! С чупа-чупсов? А Тима что там? А Тима тащит бельгийский шоколад, потому что он самый больше ему нравится. Ну, наверное, давайте все-таки начнем с чупа-чупсов. Давай. Посмотрите, какие классные гигантские чупа-чупсы. Машенька, дай свой чупа-чупс, посмотрим, что это такое. Такая огромная головешка у этого чупа-чупса. И здесь аж целых 15 лолипопсов. И называются эти чупа-чупсы ассорти фруктовых вкусов. Потому что здесь он нарисованы много-много всяких разных фруктов. И клубничка, и вишня, и апельсин, и арбуз. Ну, короче, много всего. И черешня. И черешня еще. Тим, а у тебя что? Тоже такое же самое? Да. Тоже такие же, только синенькое. Ну что, будем раскрывать? Да. Держите. Дети дерутся чупа-чупсами, как булавой. Знаете, такие русские богатыри дрались. Смотрите, что творится. Ну, может, мы все-таки распаковывать их будем. Давай. Давай, давай, один мы распакуем. Давай. Чей распаковываем, Тимон или Машин? Машин. Сейчас. Итак, снимаем мы упаковочку с нашего чупа-чупса. И у нас получается вот такой огромный лолипопс с маленькими там такими шариками лолипопсиками. И теперь самый главный момент. Надо эти шарики открыть. Вау, сколько их, целое семейство. Как маленькие семена, да? Класс. Ну что, Маша, выбирай, какой ты хочешь. Маша клубничку выбрала или... Клубничку. Клубничку, Тима, а ты что выбираешь? Похоже на каштанчики. На каштанчики? Это яблочки ты выбрал, скорее всего. Это арбузики. Арбузики? Да, вот. Смотрите, какая класс, да? Там есть другие яблочки зелененькие. Дети, вам нравится? Да. Итак, пока наши дети защелкали лолипопсики, чупа-чупсы, мы дальше будем рассматривать другие сладости, да? Какие мы сладости? Музыкальных ММДМсиков, да? Так, кто выбирает какого? Мне синего. Тебе синего, Маша? Красного. Так, давайте ближе их рассмотрим. Это музыкальные ММДМсы. Если нажать на вот эту волшебную кнопочку... Звучит вот такая классная музыка. Пришло время распаковать и посмотреть, что же у нас с этими поющими штучками. А, подождите, вот я открыла коробку, и отсюда на меня уже сыпется пачечка с ММДМС. Вот в чем прикол. Я думала, вот в этой штуке будет ММДМС, а здесь просто внизу она, вот. Маша, держи, это твое ММДМС. Но нам же самого чудика надо отсюда достать. А как его доставать, я даже не представляю. Как-то ж... Ой, он мне здесь играть еще начал. Так, ну что, будем сейчас разбираться. Итак, наши чудики уже распакованы. Суперский дуэт ММДС Джаз. Нравится, дети? Класс? А ну потанцуйте, Маш. Класс. А если мы им составим еще компанию? Как вы... У вас же есть музыкальные инструменты? А ну давайте. Такие экзотические музыкальные инструменты, турецкая какая-то дудка и вот такой вот египетский барабанчик. И мы сейчас будем играть вместе с ММДМсиками.
квартет джаз. Мне нравится, а вам? Да. Класс. Браво, Дис. Ну что, дети, чем дальше нас Duty Free порадует? Мнения разделились. Тима хочет открывать Хариба Фантазия, а Маша хочет открывать Чупа-Чупс Микс. Ну что, и то откроем? Да. Вот такие яркие у нас упаковки Хариба. Ну, мне, например, Чупа-Чупс Микс нравится. Здесь столько всяких штучек интересных. И Ментос, и Фрутителла, и маленькие Чупа-Чупсы. А здесь какие-то зверюшки. Ну, будем распаковывать сейчас. Я стрел на голове. Маша, я их умею распаковывать. Маша, смотри. У Маши шлем на голове. Маша, ты турок. Ну что, приготовились высыпать сладости на раз, два, три? Раз, два, три, высыпаем. Ой, Тима свою кучку уже сделал. А Маша свою. У Маши здесь какие-то штучки интересные выпадают. Смотрите. Ментос. Так, интересненько. Ну, чупа-чупсами нас уже не удивишь, да? А Тима нашел какого-то динозаврика. Рекс. Рекс? Да. Ну, давай, попробуй, какой он на вкус этот Рекс. Маша, а ты что выбираешь себе? Я выбираю... Вот эти вот Ментос? Угу. Так, а что это за Ментос? Ментос кола. Это должно быть вкусненько. Не очень полезненько, но вкусненько, да? Давайте открывать. Это сосульки, наверное, будут, да? Так, давай. Открываем, что у нас это там? Это не сосульки, это отдельные. Ух ты, шка, какие у нас интересные конфетки. Маша, можно мне попробовать? Угу. Вкусно! Она кока-кола, самая натуральная. Маша, ты теперь пробуй. А Тима Рекса ест? Угу. Вкусный есть Рекс? Другой Рекс. Еще какой-то Рекс? У тебя что там, юрский период или что? Здесь еще есть машинки. Еще здесь... Динозавры на машинках, это экзотика. Да, еще и обезьяны есть. И еще какой-то вот крончик есть. И крокодилы? Да, и крокодильчики есть. Отличненько. Что следующее будем открывать? Киндер-сюрприз. У нас в этот раз папа привез два вида киндер-сюрприза. Вот такой вот наборчик интересный. Киндер летит, киндер плывет. Короче, киндер тревел, да, киндер путешественник. И вот еще наборчик. Какой у нас наборчик, Тимофей? Наборчик с вот такими классными киндерами, где есть целая коллекция самолетиков. Аэробус. Я не знаю, это, наверное, их надо там собирать или что, потому что вот видно, что это модельки самолетиков, наверное, в самом киндере будут попадаться. Здесь у нас панель управления прям целая. Наверное, их потом можно вот так вот ставить на эту панель управления. Наверное, интересно будет. Кстати, может, давай с папой это и откроем? Давай, он будет объяснять, что к чему, а то я как-то в самолетах не очень, ага. Так, тогда мы открываем вот этого путешественника. Открываем? Да. Ну что, высыпаем. Вытаскиваем наших киндериков, которые путешествуют на всем, чем можно. И открываем. Что же нам там попадется? Там, кстати, что-то должно быть мальчачье, что-то девчачье. Вон там и дракон даже нарисован какой-то. Тима сразу шоколадку. Вкусная шоколадка? Да. Или киндер как киндер? У меня крабик, у меня жук. Жук? А ну покажи, что там киндер привез из-за границы. Ой, какой-то так жучара какой-то. Подожди, так в него надо вставить крылышки. Тим, ты не можешь открыть? Держи. Так, смотрим, что у Маши попалось. Какой-то... жук или бабочка. А ну где у нас этот вот листочек? Ну что, Машенька, что у нас там в инструкции? Давай посмотрим. Ага, здесь какие-то насекомые. Как из Лунтика, кстати, такие интересные. Что нам надо сделать? Вставить в крылышки в насекомое.
И это не просто крылышки, дети. Вот, давай вставлять крылышки. Угу. Так. Это крылышки увеличивают. Да, это крылышки лупа, она увеличивает. Вот. Знаете? Так. Вот такой жучок-увеличитель нам попался в первом киндере. Жучок-паучок. Жучок-паучок. Тим, а у тебя что? Так, смотрим Тимину инструкцию. Тимина инструкция, что-то совсем ничего не понятно. Так, мальчик бежит с какими-то котятами или щенятами. Так, и что у нас дальше? Этому чудику, собачке, надо сделать как будто будку, да? Это так. Обезьянка. Как обезьянка? А я думала, что это собачка, это обезьянка. Она прилетела с дальних стран, да? Так, ну что, открываем обезьянку. Так, открываем мы нашу обезьянку. Или как она там кричит? Вообще это не обезьянка, она на кролика похожа какого-то. У кролика длинные ушки. А скажите, друзья, на кого оно вам похоже? Потому что для меня оно как кролик. Тима говорит, что это обезьянка. Это обезьянка? Нет, все-таки щенок, ребята. Потому что здесь косточка с мячиком, да. Вот вся коллекция из этой коробочки киндер-сюрприза. В принципе, игрушки прикольные. Можно играться и веселиться. Правда, дети? Да. Вам понравились? Маша уже полетела вместе с пчелкой такой необычной. Что у нас осталось? Бельгийский шоколад. Чупа-чупс travel pack, то есть пакет путешественника, вот так можно сказать. И здесь тоже целая куча чупа-чупсов разных вкусов. Надо будет открыть, посмотреть. Дальше у нас осталась коробочка Ferrero Golden Gallery. Золотая коллекция Ferrero, да? И у нас осталась еще целая пачка лукума турецкого. Ну что, открываем? Бельгийский шоколад Тима хочет? Так, Тима сильно хочет вот эти ракушки попробовать. Хотя он, конечно, их уже ел, но они ему сильно нравятся. Да, они вообще такие вкусные. Вкусные, Тимофей? Да. Вот такой вот бельгийский шоколад в виде забавных ракушек. И он очень вкусный, молочный. Да, держи. Дальше. Ну что, давайте быстренько откроем вот этот вот пак. Тревел от Чупа-Чупс. Что же у нас там? Давайте посмотрим. А, здесь целая куча Чупа-Чупса. Вот таких вот. Ой, ну у нас будет теперь зубы ломать будем, да? И всех угощать. Наверное, лучше всех угощать будем, да? И мне еще интересно, что же это за коллекция вот такая вот золотая от Ferrero. Сейчас мы посмотрим, откроем. Что за вкусняшки там? Посмотрите, какая красота! Вау! Вот это есть не переесть, да, Маша? Посмотри. Посмотрите, мидия. Тима мидии шоколадные топчет. Маша, а тебе какой шоколад? Супер, а давайте часы посмотрим, Тимоны. Это водяные тикающие. Водяные? Ничего да. Себе, теперь можно путешествовать, и ты даже под водой сможешь смотреть, сколько время? Да, здесь написано «Быстрый подводный спасатель». Ого, ничего себе! Вот ну, это крутой есть. Подарок, конечно. Да. Кому понравился наш обзор радости, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша. Пока-пока. Пока, друзья.